важная информация для тех, кто работает в так называемых особых условиях труда. В Беларуси изменили подходы к предоставлению досрочной пенсии. Соответствующий указ подписал сегодня президент. Речь о ликвидации противоречия в двух законах. Один регулирует назначение обычной пенсии, второй – отдельным категориям. В частности, тем, кто трудится в особых условиях и на 1 января 2009 года отработал не менее половины необходимого стажа. Этим людям сейчас предоставлено право получить пенсию на общих основаниях и продолжить работу. В этом случае выплаты будут больше. Президентом было принято решение о том, что работники, отработавшие не менее половины специального стажа, необходимого для назначения досрочной пенсии по возрасту либо за выслугу лет, могут остаться в пенсионной системе общей и выйти на пенсию досрочно по закону о пенсионном обеспечении. Нынешние изменения – результат анализа обращений, в том числе в профсоюзные организации. Как работников, так и нанимателей, которые не заинтересованы терять специалистов. Документ улучшает положение тысяч белорусов. Это коснулось не только трактористов, доярок, это коснулось и швей, и работников городского общественного транспорта, и бортпроводников, и многих-многих других людей. По нашим самым скромным подсчетам, это порядка 20 тысяч человек, из них около половины занято в сельском хозяйстве. Указ предусматривает и увеличение со следующего года взносов на профессиональное пенсионное страхование нескольких категорий работников, занятых на протяжении полного дня с особыми условиями труда.